Продолжаем свой репортаж. Записки Apple Box. Вот, Apple Box у нас путешествуют из лесу на море. На пляж. На пляж. На пляж. Они промокли, замерзли в лесу. Теперь мы их спасаем, несем на пляж греться. Заебца. Итак, сидя у моря, о чем же нам порассуждать? Давайте, диалоги о рыбалке. Игорь, как вы относитесь к рыбалке? Особенно люблю есть рыбу, уже пойманную. Это мое отношение к рыбалке. Ну, вообще, все прикольно, посидеть, попытаться что-нибудь поймать. Это примерно так, как у меня с грибами. Я их есть люблю, а собирать не очень. Не, я что, в детстве я много был на рыбалке. На катрана. Ну так, с берега. И закидываешь. И тянешь. Еще в Доминикане на рыбалке было. Да когда ты сидишь на яхте, вот здесь у тебя, блядь, удочка. И ты вот так же поймал, тянешь, крутишь, блядь, тяжело, блядь. Вот как ты две рыбины вот таких поймал. Не знаю, по метру 20, наверное, высоту такую держал, у меня фоточка есть. Вот такой вот. Причем такой это? Рыбак. Причем такой, там, такой, ну, как это все начиналось. В воскресенье, как в субботу договорился, что пойду, там 100 баксов стоит, короче. Взял с собой, блин, сестру жены первой. Она, короче, весь рейс через борт висела, блядь, зеленая, блядь. Я говорю, не едь со мной, тебе будет плохо, блядь. Не, я поеду, что-то типа один, блядь. Ну давай, говорю, давай. Сначала думали, не найдем, короче, рыбу. Вышли. А, я иду, пришел, так, лодка на берегу стоит по пляжу, пришел с отеля. Там барчик такой, блядь, и там унц, 8 утра, воскресенье. Я захожу туда такой, бля, и там все, бля, в черных очках, бля, движ такой. Думаю, как они уезжал из России, бля. Ну и потом, короче, яхта подошла, пошли, думали, короче, рыбы не будет, бля. Потом увидели, блин, это, Карибское море, оно такое фиолетовое, бля. Вообще отплыли от берега, что я даже берег не видел. Ныряю, вода теплая такая, как. Вот. Ну и потом увидели птичек, блин, чаек или что там еще. Значит, там рыба. И давай, закидывай. Такая тупоносая рыба. И тут же мы пришли на берег. И я вот так вышел, вот так зашел в кабак. И тут же разделали, пожарили там. Все там красиво гарнирчиком подали. И ты же сидишь. Да. Четкий тип. Так что рыбалка. Саша, зачем бум? Зачем? Я твое вообще, Игорь, дуло ношу. Ты же на станчик. Я там. Короче, даже бум вышел на лодку. На лодку. И еще много всего. Ничего не надо. Ничего. На лодке вообще ничего не надо. Ничего не надо, да, Серег? Короче, не получилось нам откосить, придется грузиться на эту штуку. Да. Сейчас пойдем в море, Короче, этот баркас больше 12 человек не берет, поэтому мы с Игоряном по-прежнему на берегу.